Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, зайдем-ка в магазин. Опа, опа, что я вижу, друзья мои, что я вижу? Сунь-У-Кун. Да ну, мне не верится, неужели я его наконец-то еще раз открыл, друзья? О, да. Разблокировать, конечно, тут еще спрашивают меня. И мало того, что разблокировать, я его еще и прокачаю сразу на сотку и отправлю на тренировку, друзья мои. Вот так вот. Вы же прекрасно помните, что он у меня уже был, но по каким-то, я не знаю, техническим проблемам он исчез. И, кстати, не только у меня, у многих. У многих их остался, а у многих исчез. Так, это уже радует меня. Так, тренировка. На тренировку, кстати, у меня сейчас пойдут два бойца. Во-первых, нам нужен Грифон. Так, а Грифон мне... Вот из этой команды мы его убираем, получается. Так, а кого же заменить-то? Кого заменить? Можно, в принципе, взять Воблера. Нет, возьму я, наверное, БФГ. Да, пускай БФГшка будет у нас. Так, теперь переходим на тренировку. Выбрать отряд. Так, подожди, не то опять я делаю. Так, выбираем вот этот отряд. Здесь. Кто у нас не в приоритете, я уже не помню. Ну, давай, наверное, я уберу вот так и вот так. А поставлю Сунь-У-Куна и нашего Грифона. Так, найти бы его, вот он. Вроде так. Вроде, ребята, должно быть вот так у нас. Ну и теперь, естественно, ребят, я их отправляю. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, не этот отряд, вот этот вот. И пускай не тренируются, Грифа скоро прокачаться должен. Вы сказали, там 15 или 16 карточек не хватает. Ну и, соответственно, Сунь-У-Кун тоже пускай качается. Так, арена. 18 смотрителей. Забираем. И, ну, остальное у нас все есть. Вот я не помню, замок у меня, по-моему, тоже не прокачанный. Так, в бой, конечно, в бой. Противник найден. Давай, наверное, использовать вот этот отряд. Погнали. Погнали. Так, пока тишина. Ну что, я выпускаю, ребята. Такой щитобот смешной. Такой смешной, ребята, вообще. У него шестеренка выпала из груди. Смотри, когда он падает, тюм, шестереночка вылетела. Прикольно сделано. Ну, понятное дело, что здесь все легко. Тут даже никто не сомневался. Давай-ка глянем, что у нас на ежедневных испытаниях. Только давай, пожалуйста, играй, не тормози, грузи, все как полагается. Ну, ты видишь, мертвый камень растет. Тут у нас разыгрываются зомби с надгробием. Зомби этот у нас полностью прокачан. Вот он. Как ты видишь, максимальное количество. Так что я не вижу смысла бежать за ним. А вот пойти на... Чего? Раз, два, три. Оу, так мы только пришли, что ли? Блин. Твою налево, тигр. Понимаешь, тигр и... Блин, и копейщик. Тигр и копейщик. Хуже не придумаешь, ребят. Да, тигр... Ой-ой-ой, тигр даже может, друзья, в легкую ушатать паладина, если ты не веришь. Воу, 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 тихо. Блин, паладин, что, успеешь у меня появиться? Успел. Он у меня успел появиться. Так, ну что же. Давай вызовем, наверное, зомби-камикадзе на всякий случай. Вот, сейчас он рванет здесь. Замечательно. Ну и как всегда, ребят, душа полетела, естественно. Он же не может ее, чтобы не выпустить. Главное, чтобы здесь вместе с этим тигром в следующих боях не появился Ронин. Вот тогда будет жестко. Тогда будет просто трындец. Все. Здесь у нас, слава богу, все хорошо получилось. Но, опять же, ребят, на всякий случай я прикрытие сделал из всадников на журавле. Так, квест у нас завершен. Поехали. Второй этап. Храмовый пес, ребят, прибавляется здесь. Особого, конечно, в нем ничего здесь нету.
За одним маленьким исключением. Он может напугать. Он может напугать моих бойцов. Угу. И они повернутся вспять и побегут обратно. Что очень плохо. Ну вот видишь, да, как это происходит. Так, ну опять же нужно, ребята, обязательно всадника на журавлю выпускать. Если здесь есть тигр, всегда нужно выпускать всадника на журавлю. Это дополнительное прикрытие, потому что когда вылетает душа, все, кто идет на земле, получают колоссальный, ребята, урон. Кроме именно всадника на журавле. Всадник на журавле нормально себя чувствует. Комфортно, я бы так сказал даже. Поэтому, чем больше их будет у нас в армии, тем будет лучше для нас. И, соответственно, без паладина никуда, потому что паладин — это основной танк, который выдержит просто-напросто ту самую душу тигра, которую он выпускает. Ну, вы понимаете, это уже неоднократно, ребята, было сказано, так что я просто уже повторяюсь в сотый раз. Для тех, кто, ну, может быть, не видел мои старые видосы. Ой, ну вот, вот, ребята, вот о чем я и говорил. Вот он, тот пройдоха, уже тут как тут. Ладно, у меня есть зомби-камикадзе. Но ведь он же будет делать по-другому все, да? Он же ведь будет все делать по-другому, ребят. Вот так вот. Да-да, именно об этом я и говорю. И сейчас еще, наверное, он выпустит Ронина. Но я тогда еще одного зомби... Ага, вон как. Смотри-ка, мы еще даже его и оглушили. Блин. Да-да-да-да-да, вот, вот в этом, ребята, вся проблема. На всех сразу же. Просто всех вырубает. Поэтому здесь, ребята, зомби-камикадзе у нас и присутствует. Именно для таких целей. А вот тут я немножко тупанул, потому что тигр сейчас есть, ребята. Ага, успеет. На всех туда. Ну-ка, подойдите. Заклюйте, так сказать. Конечно, лучше паладинов выпускать. Если есть возможность, ребята, кого-то другого... О, карточка выпала. Кого-то выпускать, всегда выпускай паладина. Да, Ронин нанесет много ему урона, но он, по крайней мере, выживет. А такие, как щитоботы и остальные, он их просто сметет на своем пути. Ё-пэ-рэ-сэ-тэ. Тут уже прибавляется ниндзя. Но тут вообще топово. А в конце я не удивлюсь, если будет и Ронин, и ниндзя, и тигр. И вообще все-все-все-все-все. Кого только можно придумать. Против ниндзя хорошо идет, ребят, паладин. Он прям отменно идет. Что-то никого не... Вот-вот-вот. Так, выпускаем всадника на журавле. И сразу же он выпустит, скорее всего, ниндзю. И естественно. Само собой, друзья мои, а... А как по-другому-то? Сейчас мы кое-что придумаем. Удивительно, но получилось. Правда, у меня зомби-камикадзе взорвался. Сейчас посмотрим. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, пронзай, отлично. У паладина, конечно, мало хп осталось. Да ты запарила, а, ну... Швабра старая. Давай тогда так их уничтожать. Просто достанет. Ну. Да ниндзю-то эту заклепайте уже, ёпросты. Они вообще по ней не бомбят, прикинь. Они по ней не бомбят. А зачем бомбить по ниндзе, да? Тупизм, ну тупизм, ребята. Ну это уже чит. Это уже, ребята, был чит. С какого, блин, перепуга, скажи ко мне, я не мог подбить ниндзю. Даже несмотря на то, что она там стояла с краю. Должны были мы ее пробить. Потому что у нас овсаники на журавле, они пробивают ряд внизу, который стоит, они пробивают. Поэтому чистый чит был сейчас. Или баг. Баг, наверное, скорее всего, да.
Твою налево, ну ты посмотри, кого они здесь дали. Нет, ребят, тогда мы сделаем немножко по-другому. Правда, я опять же не дам тебе здесь никакой гарантии, что все получится. Если он сейчас начнет с Ронинов, а он, скорее всего, с них начнет. Ну, надо же. Этого дорогого стоит, ребят. Чтобы мой Ронин, да еще и победил. Это, конечно, по красоте. Дальше мы сделаем вот так вот все. Хоп, хоп. И до свидос. Очень быстро разобрались здесь. Мне нравится. Так, ну что, ребята, забираем сундук Нефритовой империи. Ну, черепаха, по-моему, не прокачанная, поэтому нормально. И у нас долина подданных. Ага, бродяжка, значит, да? Значит, здесь у нас будет бродяжка. Ну, поехали. Конечно, тяжело с ним драться. Да я бы даже не сказал, что с ним тут драться тяжело. Просто он, ребята, жук хитрый. Вот видишь, что вытворяет. Давай, 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 давай. Хоть кто-нибудь застанет, я надеюсь, там их. Видел, что получилось? Блин, он опять выпустил, а? Отлично, паладин еще успел. Но расслабляться-то рано здесь. Угу. Ты заколебал, а? Не успел дойти, его сразу там шваркнули. Хламона этого нечестного. А так ему и надо. Сейчас взорвется. Бам! Ну что, пока все идет, ребят, хорошо. Так, тут сейчас рванем. Этот черный мечник, ребят, несмотря на то, что он такой вроде бы слабенький, маленький, он довольно хорошо держит оборону, тем более на начальных этапах. Оп-оп-оп-оп, испугался. Бродяга испугался, ребят, и там его, по-моему, мы уничтожили вместе с замком. Замечательно. Ну что, переходим на второй этап. А, у нас тут кончилось, да? Ну давай тогда вот это, наверное, возьмем отряд. Тут, если что, против бродяги будет кто у нас тут? Я даже не знаю, кто у нас тут будет против бродяги. Ползун, что ли? Так, нам нужно срочно, ребята, вызвать Терракошу. Вот прям в обязательном... Не, можно вот так даже сделать. Ну! А вот теперь Терракошу. Где я там не вижу этого бродяги? Он отдупился, что ли, получается? Вот здесь очень, ребят, хорошо за счет того, что он очень медленно идет. Нефритовый наш боец. Терракотовый этот, воин. Бродяга не пройдет просто-напросто. А вот когда он подходит уже близко, тут, конечно, да. Ну, мы сделаем следующим образом. Вот так вот. И еще одного. Такой там клинками своими шуркает. И фаербол. На, вдовесочек. Прекрасно. Прекрасно. Так, двигаемся дальше, ребята. Третий этап. Прибавляется маг. Ну, маг, он опасен только лишь, знаешь, для кого? Для ползуна и для ниндзя. Но опять же, если он будет доставать до них. В принципе, у него радиус поражения-то приличный. На самом-то деле. Поэтому, ой-ой-ой-ой-ой. Так, подожди секунду, сейчас ждем, ждем, друзья, ждем. Пора. Да хорош там уже. Достану, допекут, так сказать, да? вот он, фаербол. На. Вторжение. На, еще разок.
А этот там хлыщ бежит. Бумс. Заморозка бумс. Вообще топово. Ну, давайте теперь. Осталось тут совсем чуть-чуть. Опять этот магистр кислых щей вылез. Так, ураганчик. Наверное, так сделаем. Все. Вот такие вот, ребят, самураи. Квест выполнили. Двигаемся дальше. Двигаемся, ребята, дальше. Так, бродяга, крестьянин. Жрица, да? Но тут расстояние большое, поэтому я, наверное, успею вызвать терракотового воина. Но сначала вызовем самурая. Я понял. Вот это уже не очень хорошо на самом-то деле. Надо, наверное, сделать вот так вот. Успели? Отлично. Можно, в принципе, было фаерболом сейчас бомбануть, но я уже не стал. Везучая у меня ниндзя, везучая. Давай к фаерболчикам тут, наверное, их сразу всех почикаем. Мой, да, идет там таракоша. Не успевает жрица захилять, как ты видишь. Пробили мы оборону. Ну и начинаем колбасить. Ну что ты там, мелкий? Тыкаться своими клинками там. Понятное дело, что это его не спасает. Так, ребят, ну... Ой. Уже последний, уже босс. Тут король. Ну ладно, ребят, все равно нам надо тратить. Имбовый отряд для этого и предназначен, чтобы против боссов выходить. Потому что его просто так брать в игру на обычные уровни, ну нет смысла вообще никакого. Ну. Ого-го-го. Пошел, пошел, пошел. Ладно, ждем его здесь. Будем, наверное, валить его через мага. Так, Ронин. Дальше, наверное, я возьму все-таки чумнуху. Придется так делать, потому что, ребята, бродяга чуть было не дошел там до наших владений. Все. Быстро, очень быстро мы здесь справились. Ну что, забираем в сундук поданных. Это все у нас есть. Так, ну что же, территория захватчиков. Как по мне, считаю, одной из такой сильной довольно расы. Я думаю, что многие со мной согласятся. Даже не то, что сильная, такая. У них тут очень много универсалов. Тут и хищнец есть прыгающий, да, и страж. Очень сильный у них страж. Наверное, не хуже, чем мой Тракоша. А может быть даже и... Нет, ну наш просто может в камень превращаться, а у него отталкивает. Вот. Вот за счет отталкивания. И вот этот вот тоже, который морозить может, тоже как бы не есть хорошо. Отлично, пробили. Ну а тут, ребята, если ты пробил уже, как говорится, их защиту, то все. Дальше будет все изи. Дальше у них никаких шансов здесь вообще как-то противостоять нам нету. Поехали дальше. Так, второй этап. Второй этап, и здесь, ну, прибавляется лишь тритон. Такой себе. На самом деле он только может, ребята, делать бафы на своих воинов и все. Если воинов нет, и он остается один, он даже сам за себя постоять не может. Его просто берешь и уничтожаешь. Без каких-либо проблем. Поэтому, наверное, в первую очередь я вызову нашего терракотового бойца. Блин, этот идет со своей заморозкой. Ну, фаербол, наверное, созреет к этому времени, наверное, я так думаю. Мы можем... В принципе, через фаербол... А, вот, явился. Вот теперь им будет бобо.
Все. Этот встал, Тритон, соответственно, ничего сделать не может. Я сейчас вызову богиню солнца. Можно было бы и не вызывать, но мне почему-то, ребят, захотелось. Ну и все, и дальше просто заплевываем и уничтожаем. Вот и все, делов-то на копейку. Так, двигаемся дальше. Блин, а у нас закончилась энергия на этом отряде. Твою налево, что делать будем? Ну здесь-то видишь, здесь, ребята, получается, бородавочник появляется. А кто у меня будет противостоять бородавочнику? Джиггернаут? Ну, давай я вызову Джиггернаута. О-о-о, он сразу, ребят, это вот, я не знаю, это какой-то рок просто. Какой-то рок. Он сразу же начинает это срабатывать. Он постоянно у него выходит с криками «Ура!». Ладно, сейчас мы его уничтожим и возьмем БФГшку. Клетку возьмем. Оп. До свидули. На-ка. Ох, этому пацану повезло, да, что они заморозились. Он там начинает нашинковывать их. Одного за другим. Ну и все, и в принципе, ребят, базик крышка. Хорошо получилось, на самом-то деле. Так, идем дальше. А дальше у нас... Блин, вот тебе хищнец. Я вот не помню, ребята, хищнец и... По-моему, товарищик круче хищнеца. По-моему, так должно быть. Мы уже просто играли, и вот... По-моему, он сильнее. Сейчас у нас есть возможность проверить это все дело. Да. Он, ребят, сильнее получается. Ну, а дальше проще. Дальше у нас что, Джиггернаут будет. То есть у них здесь ничего не получится. Я еще возьму БФГшку, позову. Клетку там кину. Опа. Опять же, ребята, ну как вот это может быть? Непонятно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ну куда ж ты БФГшка отпрыгнула-то, ну господи. Ну, баллиста хорошо, ребят, да, проявляет себя. Прям вообще замечательно. Так, ну не забывай, сейчас опять этот чудик может вылезти, выпрыгнуть из окопа. Вон он уже идет. Ну что вы, ну что вы, сели, осели, блин, джаггеры, ну. Ну это же не дело. Что-то он меня напрягает. Меня страж этот дико, ребята, бесит. Вражеский, вот прям... Такой тугой, так он тяжело разбирается, блин. Ну что, у нас последний этап. Ой-ой-ой-ой-ой, тут смотритель. Давай-ка нашим супер-турбо активно-агрессивным отрядом будем их разбирать, потому что смотритель тоже такой хлыщ. Нет! Нет! Ронин! Эх ты, Ронин, Ронин, Коль Вонин ты. Они же сейчас завалят, ребят. Да. Вот это вот, блин. Ну что же, я получил урон. Все, ребят, надо ускоряться. Переигрывать этот этап. Да потому что достал вот этот уже хлыщ, блин. Постоянно выпрыгивает. Если бы вот не вот это вот, мы бы прошли. Да иди ты со своим сундуком, лезет он мне. Все испортил этот бородавочник, блин. Просто все испортил мне. А что ты не вышел-то?
Сейчас-то со своим бегом-то. Я уже хотел, ребят. Понятно, тут с ударом выносит. Что тут сделаешь? Неужели побежал он? Давай-давай, родные мои, рубите. В капусту там все. Вот и все, ребята, видите? Не выбежал этот бородачник. И прошли в легкую. Давай мне сюда сундук свой. Ну, здесь у нас все прокачано. Ой, ё-моё, сколько там еще территории, а? Ну что, как мы видим, здесь ниндзя и самурай. Кого тут выставлять-то? Ну, Джиггернаута, во-первых, надо вызвать сразу же. Это раз. А дальше? А дальше баллисту. Доживет ли моя баллиста-то? Должна, ребят, дожить. Так, минус ниндзя. Ты заколебал, а? Да куда ж ты клетку-то ставишь, что вы дурик? Ну вот, хоть повезло, хоть он остановился. Так, ураганчик. Жух. Все, до свидания, ниндзя. Ну а дальше уже наши бойцы. Опять в истерику впал. Ну ты посмотри, а. Постоянно ноет. Мне кажется, тут ему уже ничего не поможет. Вот и все. Так, поехали дальше. Второй этап. Здесь ничего, ребят, не меняется абсолютно. Храмовый пес, это, можно сказать, что ничего не поменялось. От него тут толку мало. Вот ты как начал. Давай-давай сюда, пёся, иди. Так, срочно, сразу же, ребят, как только вот у нас есть танк, сразу же за танка прячем наших дальнобойных юнитов. Будь там баллиста или еще что-нибудь, БФГшка, не имеет значения. Главное, чтобы стояли сзади танка, и все. Плюс ДДшник не помешает мне, поверь. Еще одного джиггернаута. Ну, я думаю, что, в принципе, все, песенка тут спета. Тотальное уничтожение. Красиво. Все было сделано по красоте. Так, у нас энергия где-нибудь. Че, один отряд всего лишь остался? Ё-моё. Ну что, ребят, тогда доигрываем этим отрядом. А что тут я могу еще предложить? Ничего. Хуя! Вышел тут. Деловой. Вот тебя тут еще, блин, не хватало. Кикимор это болотное. Так, давай на всякий случай вызовем. Надо же, даже не стал плакать. Просто... Ну вот, ребята, ну вот опять, ну что это такое, блин? Фиг знает, сколько в ниндзю этого бомбануло, и она стоит, отстреливается. Ой, черепаха, не смеши, а. Явилась тут, запылилась. Все, друзья. Похоже, что на сегодня все. Мы отыграли с тобой полностью, походу, везде энергию, да? Сейчас проверим. Ну да, да. И я думаю, что в следующей серии... У меня, не знаю, насчет Грифона прокачается или нет, но Суню-кун, по-моему, получит уровень. Я не помню, сколько нужно карт. А, 25, нет, не получится, только через 2 раза он получит уровень. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.